Всем привет! 1 декабря. Я нахожусь в Франсовском парке. Его знаменитая пальмовая аллея, которую практически уничтожил пальмовый мотылек. Вот эти пальмы стоят, которые еще выжили. Вот. Видите, какие не страшные. Вот. Ну и вот аллея, она была в пальмах вся. Практически осталось их тут по пальцам пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, 10 пальм осталось, короче. Остальные все уничтожены. Вот пеньки этим пальмовым мотыльком. Пальмовый бурильщик еще по-другому называют. Вот этот пальмовый мотылек появился сперва, как я знаю, в Сочи после Олимпиады. Ну и проник вот на южный берег Крыма, Воронцовский парк. Вот и были уничтожены пальмы. Пальмы верны, какус поршуна, китайская верная пальма. Все погибли. Ну, тоже секвойя погибает. Секвойя-дендрон гигантский. Мамонтово дерево. И вот пальмы в таком печальном состоянии.